А мы приехали в Ленту за новой акцией про Гарри Поттера. Пойдемте посмотрим на эту акцию. Всем привет! Смотрите это видео до конца без перемотки, если хотите получить от меня вот такие пакетики Гарри Поттер из Ленты. Добро пожаловать на канал Закупыч. Сегодня у нас обзор новой акции из Ленты. Гипермаркет и супермаркет Ленты участвуют. С 4 октября по 14 ноября 2018 года можем получать на кассе вот такие фигурки. За каждую 1000 рублей в гипермаркете Лента и за каждые 600 рублей в супермаркете Лента. То есть, если у вас маленькая Лента, там будете за 600 рублей получать. Но в гипермаркете большой выбор товаров, за которые можно получить дополнительные фигурки. Здесь у нас есть вот такие буклетики на кассах, где мы можем, видите, все фигурки увидеть. Еще есть особенные золотые фигурки, которых очень мало попадаются в пакетах. Я надеюсь, нам повезет, и у нас выпадет золотая фигурка. За золотую фигурку можно получить какие-то бонусы и выиграть какие-то там путешествия. В общем, обзор сайта будет в самом конце видео. Давайте сразу открывать пакеты и посмотрим, что же у нас там попадется. Открываем пакет номер один. Я купил много этих акционных товаров и получил вот такие, видите, кто это? Я даже не помню, кто это надо будет смотреть. А, это как ластики, видите, тут есть такое отверстие, чтобы можно было его одеть на карандаш. Ну, я думаю, это специально для пенала, вот такие штучки. Ладно. Также интересно, есть ли тут в пакетах какие-нибудь номера. Warner Brothers, видите, здесь на пакете написано. Ну, вроде как ничего нету. Нет, вроде как их никак нельзя определить. Это прям как мини-лента. Кто не смотрел мой обзор мини-лента, посмотрите. А, ну вот, смотрите, у меня уже есть повторки. Кому нужны эти повторки, пишите. Может быть, обменяемся, или я вам их отправлю по почте. Смотрите, у меня уже две повторки. Открываем дальше. О, кто это? Это сова ученая. Видите? Я не помню, как ее зовут. Я Гарри Поттера давно не смотрел, поэтому я уж все забыл. Что там, какие фигурки? О, кто это? Это Леший. Ну, я помню, как этого мужика зовут. Ну, вот этот здоровый мужик, которому Гарри там помогал. Дядя или его, или кто там. Кстати, тут написано то, что ТМ в Белл какой-то. Что-то написано сзади. И везде вот такие молнии. Типа разные фигурки, разные по цвету. Видите, есть белые, есть черные. То есть у них, наверное, еще какие-то разные свойства. Типа эта черная должна быть крутая и так далее. Блин, еще одна повторка. Кто это, интересно? Вот кто это? Вот почему он мне постоянно попадается? Это Рон Уизли. Рон Уизли, видите, самая популярная бодель у меня попадается. Какие у вас будут повторки? Пишите в комментариях, какие у вас будут попадаться. О, кто это? Это Шельма. Вообще не знаю, кто это, честно говоря. Я думаю, в этом, в пенале, я сейчас сниму пенал еще, покажу вам, какой идет коллекционный. Возможно, там будет все написано. А, вот, это уже другое, это уже хитрые глаза. Джордж Уизли. А, это его старший брат, так понимаю. Так. Ну, так на первый раз и не поймешь, кто это. О, кто это? Что это за симпатичная девочка? Это же Гэндальф. Ну, вы поняли меня, кто это. Ага, и вот какой-то у нас веселый чувак. Это уже другой. У них, видите, просто открыт рот. Фред Уизли. Это кто, средний брат? Такое ощущение, что у него усы, честно говоря. Вот сколько... Ну, повторки у меня, получается, есть. Давайте теперь посмотрим на пенал и сразу их положим в пенал. Все наши штучки-дрючки. Так, вот такой в пенал. Он, по-моему, 200 или 230 рублей стоит в Ленте. Продается возле кассы. Видите, тут написано «фигурки». Использовать только непосредственно по назначению. Понятно. Опа, открываем. Вау, нифига себе, тут много приколюшек. Да, получается, игрушка для карандаша. Они все-таки у нас как стиратели. Типа, это очки побеждают молнию, молния побеждает летунов, летуны побеждают очки. То есть, как камень, ножницы, бумага. То есть, ты выбираешь, типа, что у тебя внутри. То есть, ты, к примеру, вот так закрыл. То есть вы вот так закрыли и считаете, там камень, ножницы, бумага, раз, два, три, хоп, показываете, видите, тут очки и молния. Очки побеждают молнию, то есть вот этот чувак, который слева, выиграл. И так вы можете соревноваться. Очень тупая игра, честно говоря. Так, и сюда можем их вставлять. Давайте расставим их. Гарри Поттера у нас нету. Гарри Поттер, наверное, будет золотой, скорее всего. Вообще не знаю. Так, у нас с открытым ртом Фред Уизли. Ой, какой классный пенал, они так плотно сюда встают, прям вообще отлично, прям чекут так одеваются. Это у нас Рон Уизли, самый, получается, герой, который друг Гарри. Так, это у меня повторка Рон Уизли.
это у нас кто? Это у нас хитрый Уизли, Джордж Уизли. Так, вот сюда его, видите, у него глаза. Они так похожи, только у них глаза по-разному. Так, беленькая, с белыми волосами. Полумна Лавгуд, что ли? Она, нет. Чуть-чуть у них оттенок другой. Полумна Лавгуд. Полумна, что за Полумна? Непонятно. Так, этот у нас Хагрид. Хагрид отправляется сюда. Букля, сова Гарри Поттера, я так понимаю. Она белого цвета, типа крутая считается. Это кто? Опять повторка. И дед. Сидит дед, в стушу подед. Альбрус Дамблдорф. Как только я соберу полную коллекцию и вы соберете 5000 лайков на этом видео, я раздам все свои повторки подписчикам. Если лайков будет больше 5000, тогда я разыграю целый пенал вот такой. Кстати, если вы найдете золотую фигурку, то вы можете выиграть полный пенал от ленты сразу. То есть они вам могут его отдать. В общем, классно. Осталось вот эти повторки у меня. Так что пишите, кому нужны эти Рон Уизли. У меня их аж 2 штуки есть. И фигурки. Это что такое? Нифига себе! Народ, смотрите. Здесь еще есть пьедестал для фигурок. Вот такой. Фигурки. Да, то есть их можно вот так, хопа, видите, его расставить. И их вот так расставлять. То есть там хопа. Хоп, по пьедесталу, типа, чтобы они у вас стояли. Но я буду это использовать как пьедестал для повторок. Я буду свои повторки добавлять в группу ВКонтакте к себе закупыч, так что подписывайтесь на группу ВКонтакте. Буду туда каждую неделю добавлять свои повторки, вот так вот, такие фоточки буду делать. Вау, вообще четко, кстати. Мне очень нравится вот эта идея, классно. И в буклетике сразу отмечаем, какие у нас есть. Вот я все отметил, которые у меня есть. Кстати, присылайте в группу ВКонтакте, какие у вас есть уже. Еще, народ, смотрите, тут снизу есть вот такие штуки, их надо выгнуть вперед, чтобы наша эта штука не собиралась снова. Видите, вот тут есть пазы. О, вот тут я их так вставляю сюда. Так, и вот так сюда тоже вставляю. Опа, и все. И оказывается, это теперь полноценный постамент. Видите, тут все написано «Хагрид», «Букля», «Сариус Блэк», всего фигурок 25, и наверху стоит Гарри Поттер. То есть, когда у нас появится Гарри Поттер, мы ставим его наверх, тут все подписано, и то есть двигаемся по пирамиде. Здесь Гермиона, Гарри-невидимка и Роун Уизли. То есть, сюда мы можем поставить Рона Уизли. Видите, вторая ступень. То есть, теоретически, у меня пока на второй ступени народа больше всего. А теперь давайте посмотрим сайт акции. Видите, с 4 октября по 14 ноября акция идет на сумму 1600 рублей в супермаркетах. Можно зарегистрировать золотую фигурку. Там золотой фигуркой идет специальный этот самый код, который можно будет сюда ввести. И типа так вы активируете фигурку. Вот собираю героев. Вот такая Гермиона. Получай призы за активность на сайте и найди золотую фигурку Гарри Поттера. А, то есть это типа Гарри Поттер, это и есть золотая фигурка. Получается 3000 всего их есть. Гарри Поттеров на все ленты. Осталось золотых фигурок 2981, то есть 19 фигурок уже кто-то зарегистрировал на сайте. Здесь мы можем указывать, какие фигурки у нас уже есть. Моя коллекция. Можем посмотреть, сюда добавить. То есть у меня есть Фред Уизли, Джон Уизли. Потом у меня есть вот это, Рон Уизли. Так, кто у меня тут еще есть? Вот этот есть, этот. И... А, и сова. 7 фигурок должно быть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. О, вот она моя коллекция вся. Так, переходим на главную. Так, смотрим, что тут еще есть. А вот призы, которые можно выиграть. Поездку в Лондон. Какие-то тут приколюшки. Ну, сами почитайте, кому надо. Правила конкурса. И вот они все товары, за которые можно получать фигурки. Тут мажитель, всякие соки. По две штуки, видите. На какие-то товары нужно 5 штук взять. И все товары в PDF есть. То есть можем нажать ту кнопку, и он нам выгрузит все-все-все товары, которые идут по акции. То есть сколько штук надо, 5 штук, 6 товаров и так далее. В общем, такие дела. И тут еще можно заработать очки в конкурсе. Выиграй набор из 20 фигурок за активность на сайте. Правила розыгрыша, участвовать в активности. А как участвовать в активности, что надо делать? А, нужно приглашать друзей, найти свой факультет. Видите, я свой факультет уже искал, и мне шляпа выдала то, что я очков, этот, 10 очков получил. Кто я там был? Блин, я даже не помню, кто я там был. О, найди свой факультет, участвовать. Узнать. Вот, сейчас шляпа определит, кто я. Пишите в комментариях, кто вы оказались. Она сейчас анализирует мою страничку ВКонтакте.
Видите, я Гриффиндор оказался. И могу поделиться с этим делом. Если я поделюсь с этим делом ВКонтакте, мне начислят 10 очков. Ну да ладно, какие тут еще есть игрушки? Волшебные слова. А, в гипермаркете по радио продают волшебные... говорят волшебные слова, их нужно сюда записать. Приглашайте волшебный мир. Можно отправить другу письмо, тоже получить очки. Тест, найди себя в мире волшебства. Торжественно клянусь. А, вот, тест. Давайте пройдем тест. Суббота, самое время, чтобы отправиться в Холсмик, познакомиться с волшебными сладостями, заглянуть в три метлы, прогуляться за по лесу. Кентавры, пауки, единороги, отличная компания на выходные. Таскать тайную комнату, покажу Висин, кто самый крутой. Поиграть в квиддич. Прогуляться по лесу я выберу. О, маховик времени выберу. Дамблдор. Добби. Выиграть дуэль. Злодей, конечно, Волан-де-Морт. Палочка сама выбирает мага. О, смотрите, я могу стать могущественным волшебником. Видите, такой тест я прошел. Тоже надо поделиться и получу за это 10 очков. Викторина на знание волшебного мира. О, это 30 вопросов. Не, это я не буду сейчас проходить, очень долго. Ну, в общем, вы поняли, тут много есть викторин всяких по Гарри Поттеру. И вот такой сайт. Ладно, давайте буду с вами прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте собирать лайки и писать свои комментарии, чтобы я разыграл все свои повторки или целую коллекцию вот такую. Будет классно. Всем удачи в новой акции. Всем пока. В общем, смотрите, тут еще есть куклы Вол оригинальные, 1400 рублей. Маленькие штучки. Потом еще кто это? Happy Place какие-то малюсенькие. В общем, тут много дорогих игрушек появилось оригинальных. Вот даже еще пони вот эти, девочки, которые превратились. Есть и просто пони за 500 рублей. О, за 30 рублей, смотрите, есть пони. Маленькая вот такая прикольная. Вот это прикольная.